Всем добрый вечер. Вот сегодня у меня Лёфи, брюни, а есть блонды, еще блонды. Ну, то есть, брюни это темные, а блонды это светлые, соответственно. Вот, такое пивко, 6,5 оборотов. Вот, и, короче говоря, дистрибьюция произведена, как говорится, через импортер город Клин, Московская область. У меня есть вот такая вот вещь. Я посмотрел там, что-то написано. Вот, и, короче говоря, это стали, ну, как бы, раньше импортные, оно прям оттуда присылало, а сейчас они через как-то, ну, видно, с заводами, как бы, с отношениями между собой имеют, и стали, может быть, производить на заводах у нас уже. Написано, по крайней мере, это самый дистрибьютор Бельгия, Московская область Клин, типа, импортер, якобы, Московская область Клин, импортер. А так типа того из Бельгии. Но это бельгийское пиво на самом деле. Короче, всем вот Лёфи, оно офигенное вообще.